В Бурлинском районе с начала текущего года установлено 210 камер видеонаблюдения, которые помогают правоохранительным органам следить за порядком. Также на дорогах появились 15 скоростимеров. Они нужны, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Какая еще работа проведена в сфере цифровизации, расскажет наш корреспондент. Процесс цифровизации в городе Акса идет по плану. В целях обеспечения общественной безопасности установлены видеокамеры. Эти работы планируется продолжить и в следующем году. А именно установить еще 3 скоростимера и порядка 200 камер видеонаблюдения. Для удобства жителей города было разработано и запущено специальное мобильное приложение. В городе работает приложение Smart Aksay с 2019 года, где жителям доступны городские сервисы различные. Также ведутся переговоры с компанией Smart Hala для расширения электронной системы оплаты проезда. Кроме этого, в Аксае проведены работы для улучшения скорости интернета и мобильной связи. Этот вопрос в условиях реальной жизни требует особого внимания. Также стало известно, что в поселке Карашиганак до конца года подключат базовые станции, а в селе Димитрово эти работы проведут в январе 2024 года. Таким образом, их жители также забудут о проблемах со связью и интернетом. Помимо этого, компании «Казахтелеком» ведутся работы по замене ADSL медных кабелей в районе Шанхай. Уже заменены медные линии, а в 2024 году планируется большой проект по замене всех медных линий на оптику. На сегодняшний день в Аксае установлено около 10 базовых станций. Также интерес проявляют малые операторы связи, чтобы обеспечить частный сектор стабильным проводным интернетом. Олег Великий, Ербол Миндагалиев, Калыбек Акрап, Акжай Акпарат.